Прикольный домик. Так, святая святых. Конечно, кофейку. Но... Да, это мы, короче, на проспекте Мира. Тут такая площадь. Я так понимаю, здесь все концерты. Миська Рада, Курахова, Миста Курахова. Тут же и ЗАГС. И сегодня там свадьба. Ну, суббота же. Вон там можно что-то купить, наверное, вон детей. Тут, ну, короче, тут место такое, где гуляют. И такой интересный домик. Мне нравятся такие домики. А этот хочет этих голубей наглых пожрать. Ну и отсюда 2 минуты до Олимпийского. Куда мы и направляемся, в принципе. Да. Так. Опа. И вот даже 2 минут нету. Вот он, Олимпийский, я так понимаю, а за ним парк. Ну, а вон там то, о чем мне говорили. Сейчас идут ремонтные работы, там какой-то проект мощный. Такие урны мощные. Пропускают нас. Так. Что-то там трубы прокладывают, что ли. Так-то. Так, ну тут памятник отечественный, я так понимаю. Сейчас подойдем. И вот эти голубые домики тоже здесь. Мне нравятся. Да, ремонтные работы еще не закончены, видно. Да, да, полно. Тут все еще все убрано, все счищено. Наверное, будет переделываться. Ну, вон и собачники здесь гуляют. Все, в принципе, но все при этом прибрано более-менее. Ну, не знаю. В принципе, тут показывать сейчас действительно особо нечего, потому что идут ремонтные работы, реконструкции, или как там, не знаю, на сайт Курахова. Я, может, даже ссылку оставлю, сами посмотрите, что у них там за проект, как он может выглядеть, если показано, конечно. Ну, я так понимаю, раз тут собачники гуляют, тут на самое место пройтись. Сегодня резко потеплело и как-то вот... В самый раз в парке гулять, потому что тут прохладненько. Хочу все-таки табличку увидеть, где там написано, когда проект планируется завершить. Тут мостик такой. Не знаю, что огорожено, что там есть. Может, садик какой-то, похоже на садик. Так, о, молодые березки. Это хорошо. Да, когда приближаешь камеру, если идти, то сильно трясет. А на удалении она более-менее еще ура. Так, вот это что за здание, я не знаю, что-то догадываюсь, что я уже в больнице пришел. Да, вот как-то я с маленького города, мне кажется, Курахова оказался, что большим. А так походишь-то особо-то, раз-раз, вот, в принципе, не так-то и все, наверное, обойду сегодня, я надеюсь. Вот, так вот, наверное, там площадка была. Зря пропадать, если честно, тут реально можно было, кто там бизнесмены, выкупить его под летнее кафе. Как бы провести экспертизу этих бетонных фиговин с железяками, как они себя чувствуют. Можно обновить, да и все, и порядок, где уже готовый каркас. Ну, я думаю, тут другая причина, почему она не занимается. Так, куда это мы идем? Какое-то вот здание с колоннами. Сейчас мы посмотрим. А вот голуби наглые здесь и не пуганные, и зря.
Вон видно, это сова покушала. Значит, здесь тоже сова где-то водится. Или кто-то из соколиных. Вон как распотрали. Где-то здесь ел. На этом кустике, не отходя от кассы, говорится. Это здание Запорожский проспект 2. Сейчас узнаем, что в нем должно быть. Так, ну, дом культуры. А, и юстиция. Понятно. Ну, а сейчас я, не глядя на карту, просто буду здесь везде лазить. И, в принципе, времени у меня еще пару часиков есть. Поэтому главное только остужать камеру вовремя. Там же чувствую, в руке горит прям. Чё за 50? Ну, и с другой стороны это здание снимем. Вот так вот оно выглядит. А мы сейчас прям туда. Я что-то все-таки хочу дойти до электростанции, показать все-таки. А то был в Курахово и не возле электростанции не был. Считай, не был в Курахово. А вообще, трубы электростанции, это такой у меня лично здесь по району большой ориентир. Их видать далеко, за 20 километров. И глядя на них, я обычно ориентируюсь, где я приблизительно нахожусь. Вон железка стучит. И мы по Запорожскому проспекту шуруем. Такие домики здесь. Все в микроплиточку, да. В принципе, в Селидово такие видел. По-моему, на Нагорной есть. Тут, наверное, не дешевые квартиры, потому что сзади парк, а и выезд на дорогу сразу же на трассу. А вон и трубы. Все. В принципе, недалеко нам и идти. Вот они, коптилочки. В нашу сторону дует. Блин. Так, иду, и такой ярко так шашлычком запахло. Тут явно либо кафешка, ну, либо люди где-то в парке засели на нычке. Так, так, так. Ух ты, бункер. Там-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Вот так у нас лето началось. Я не загадываю, но мне так интересно в Авдеевку съездить. Ну, скорее всего, что не получится. Вот оно, красота. А по дороге к электростанции, вот мы сюда дойдем, вот она там. И какие-то вот оранжереи, что ли, были. Или теплицы. Ну, как-то они сейчас не в очень хорошем состоянии, смотрю. Не хотел вас утруждать. Тут пройти до нее было так нормально. Если это все подряд снимать, будет очень скучно. Ну, улица как улица, прямая посреди трассы. Слева какие-то дачи. А вот, собственно, подходим мы уже к электростанции. Ну, наверное, она перегорожена, поэтому туда не приблизишься особо. Ну, трубы, видать, далеко. Слева, да, какие-то дачи, наверное. Сады, не знаю. Так, иду параллельно той дороге. Решил завернуть сюда. Смотрю, мне стало интересно, что тут вообще. Сады или что? Ну, тут дачки, видно, были. И что-то мне тут дежавю какое-то. Так же самое, как в Селидово там, с краю все. Между Михайловкой и Селидово дачи идут. Такие тоже поразбитые. Такие заброшенности, я вижу в них плюс иногда, потому что вот зато здесь посреди города природа сама по себе живет. Смотрите, какие интересные цветочки тут. Даже с улиткой. И фазаны только что кричали, я слышал, ну, а вот, спасибо, подтвердил. Ну, раз мы тут остановились, не грех и чайку отпить. Вот такую сейчас сооружаю ветрозащиту себе. Ветер как раз с той стороны. Теплая вода все равно лучше усваивается, больше напиваешься, чем просто с бутылочки. Опа. Ну а пока мы перекусываем и двигаем дальше к вашим трубам. Мы тут уже рядом, как видим сзади. Если понравилось, ставим лайк, делимся с друзьями, подписываемся на канал и как обычно. Ну и в социалках мы тоже там есть. Так что ищите нас. Я, в принципе, все ссылочки в описании оставляю. Комментарии жду, я все комментарии читаю. Ну, только если кто-то будет негодовать, то не забывайте, что есть фильтры на нехорошие слова. Ну опять же, это у нас канал Дубровский Хвост, такой походная тематика собачья. Ну, началось все с прогулок по Селидово. Иногда я люблю и по другим городам, где бываю, тоже поснимать.
для людей, которых, как я называю, понауехавших, потому что ну, много людей уехало у нас, к сожалению, другие страны, да, другие регионы, ну, и не могут сюда приехать, но очень скучают. И, в принципе, для них я это делаю. Но смотрят и местные, так что местным большой привет. Ну вот вам и электростанция вроде как. Возвращаюсь, у меня интересный домик такой. Интересный дом такой, такой как бы башенкой. Чем-то напоминает немецкие постройки. Красный кирпич. Ну ладно. Тут уже рынок пошел, и там автостанция следом за рынком. Да, ну классный, прикольный домик. Такой. С красного кирпича. Несовременного. Мне так кажется. Тимонси пусечки, тюки-тюки-тюки. Желторотики. Старый явно. Пошли. С ласточками. На этом все. Пока.